Здравствуйте. Сегодня перед вами представлен полуавтомат заказчика модели МЗ-400Е4, который настроен на флакон в 10 мл и в 50 мл. На данной машине будут укупориваться крышечниками как обычными, так и флип-офф. Для перехода с одной крышечки на другую есть специальные втулочки. Естественно, каждая под свою. Для ее смены либо замены вам необходимо всего лишь данную втулочку прикрутить на посадочное место. Впрочем, это весь процесс переналадки. В остальном там все налажено, без каких-либо манипуляций в механическую работу. Так, давайте начнем. Для начала закатаем флакончики 50 мл. Поехали. Теперь мы с вами перейдем с этими флакончиками, но с крышечками флип-офф. Такая же манипуляция, откручиваем втулочку. Устанавливаем на место необходимую нам. То есть без каких-либо сложных движений мы с вами закатываем что одну пробку, что вторую. Далее устанавливаем с вами пенициллинку, откручиваем втулочку, находим втулочку под флип-офф. Устанавливаем ее на место. Теперь такая же манипуляция. Также проверено. Все верно. Впрочем, вот, как вы видите, переналадка не занимает много времени. Открутив подстаканник, без проблем заменяете его на другой. Также у машины есть частотный преобразователь, который находится на боковой стенке, с помощью которого вы можете регулировать частоту вращения и скорость работы самой машины. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Всего хорошего.